Всем привет, дорогие мои! Сегодня с вами обзор по продукции. Но прежде чем сделать обзор, я вам скажу, что мы ездили в Москву, получили такой вот классный диплом, такую вот классную награду. Победитель рейтинга топ-5 по объему личной группы. Это очень-очень приятно. Команда становится еще больше и сильнее. Мне пожелал Константин Бармашов, генеральный директор компании Faberlic. Очень-очень приятно. Нам подарили такой вот журнал, который... не помню, в каком-то каталоге будет доступен к продажам, и две вот таких воды Портужур, на которых я вам уже делала обзор. Ну, вы представляете, как здорово получить такую водичку бесплатно, получить такую водичку в подарок, так как мы вдвоем с Антоном ездили, две воды нам дали в подарок, и вот таких вот два набора гиалуроника, ночной дневной крем и гель для век. Такие вот подарки, ну и плюс, конечно же, журнал. Журналы дарились только спикерам, не участникам мероприятия, а только спикерам. Конечно, классно, конечно, здорово и великолепно быть частью такой мощной компании, которая четверть века уже на рынке. Это просто великолепно. 25 лет – это целая история. И компания... вообще, она очень много делает для людей, для развития и основана в 1997 году под названием «Русская линия». И это вот шикарная история, что у компании собственный завод, своя собственная микробиологическая лаборатория, что 8 миллионов семей России доверяют нашему качеству. Это просто шикарно. Каждые 5 минут продается одна помада Faberlic. Круто, круто, круто. И это рейтинг самых-самых успешных. Мы тут 5-е, потому что у нас очень сильно просели некоторые страны, с которыми компания не смогла сотрудничать ввиду санкций. Но, как видите, все равно показали рост, что очень-очень приятно. Такой вот суперский рейтинг. Суперский и классный. Топ-100. Тут наши ребята есть, наша команда есть. Очень приятно. Шикарно, что у нас более 35 тысяч метров в квадрате производственных площадей, собственный завод, собственная разработка, 20 лет ЦНР Faberlic, наше дорогое любимое руководство тут у нас, сколько людей стараются делать нас лучше. Это просто шикарно, как у нас образовалось 5 поколений кислородной косметики, потому что мы все-таки кислородная косметика номер 1 в мире. Вот 25 топ-мегахитов, которые помогают нам с вами развиваться и быть здоровыми. Вот они такие вот красавчики. Ну и вот тут наше выступление, наше откровение, наша история. Очень приятно, что мы попали в этот журнал. Видите, как шикарно вообще видеть себя в этом журнале. Я не могу. Также Саида вот попала в журнал. Где-то была Фарангиз Джапарова, Алишер Хафизов. Тоже огромные-огромные молодцы. Растут семимильными темпами. Наталья Жук. Светлана и Олег Заварухины. Тоже классно. И все остальные лидеры. Лидеров очень много, они все описывают свою историю успеха. С помощью такого журнала вы можете презентовать бизнес и быть уверенными, что люди действительно смогут и захотят пойти за вами, даже если у вас еще нет опыта. Faberlic в соцсетях, я думаю, это тоже очень важно, подписаться на все соцсети, когда вы наводите на QR-код с помощью телефона, вы переходите туда. Это тоже как бы шикарно, я считаю. Далее Татьяна вот у нас тут выступает. Вот премии и награды, что, конечно, нормальная компания всегда дарит премии и награды. Очень здорово. Вот такой вот журнал, который нужно обязательно для себя и для своих консультантов обязательно приобретать и при регистрации рекомендовать и такой себе заказать. Я считаю, что это должно быть как минимум. Класс, да, как вы видите, целая лестница успеха. Мы вот тут, где-то партнер. Вот эти все премии за 7 лет мы получили. Мы скоро 8 лет в компании, 26 ноября будет 8 лет. И вот столько премий, помимо основных выплат, мы получили. Ну и, конечно, вот этот доход, вот этот вот доход в годовой 28 миллионов рублей, это действительно правда, мы столько и зарабатываем. Все отлично. Вот такое вот специальное бизнес-издание «Октябрь 2022». Шикарно.
Конечно же, получен чек-партнер, чек VIP 100 золота, 2, потому что дочка у меня, старший директор, тоже получила уже. И она у меня и VIP, и старший директор. Ну и давайте перейдем к моему основному заказу. Конечно, побывав на форуме, у меня полностью поменялось опять-таки мировоззрение. Становишься мудрее и умнее. И такие пакетики заказала. Чуть побольше, потом еще чуть-чуть побольше, потом такие зелененькие и самые большие такие вот фиолетовые. Они прям огромные. Иногда бывает надо, вот особенно родителям что-то собираешь в подарочек, и шикарно. Кстати, нечаянно тыкнула на этот пакетик, но он не лишний. Пришел каталог 17, который будет действовать с 14.11 по 27.11.2022 года. Уже праздничная атмосфера, уже очень-очень крутые подарки для новичков. Опять-таки масса различных суперских новиночек, обязательно все буду заказывать, даже если где-то что-то пропустила, то в новинках оно выскочит, и я все равно закажу и вам покажу. Это вообще прям без вариантов, все хочу показать, заказать, поэтому жду вместе с вами. О, крем и зима, жду вместе с вами начала каталога. В общем, новинки есть. Тут такой еще крапивный шампунь и алоэ шампунь появится. А, натуральные компоненты, проверенные временем. Новый дизайн, питательные кремы для рук появятся. Ну, новинок будет много в этом каталоге. Вот эти две новинки я вам уже показывала. Кстати, приятные такие ароматы объемом XL. Ну и вот эту одежду тоже еще пока что буду снимать. Она мне пришла, она мне понравилась. Я ее показала на своем телеграм-канале. Кто не подписан, спускайтесь вниз в инфобокс, нажмите развернуть и увидите ссылочку на мой телеграм-канал. В принципе, шикарно. Шикарный каталог, очень много скидок, очень много классных скидок. Еще ту одежду не поносили, уже новая одежда. Ну что ж, приступим. Итак, с 70% скидкой я заказала такой вот бюстгальтер. 100 раз уже его не буду разворачивать. Это бюстгальтер Spacer с кружевом. Уж очень они качественные и удобные. Я прям на них подсела. Недавно брала в магазине 2 белых бюстгальтера. Один пошав, другой обычный. Честно скажу, разочаровалась, потому что как бы я ни подбирала, у меня оказывается размер D. Другой бюстгальтер размер F. Божечки ты мой, что там только не творится в этих магазинах, а я так привыкла уже к порядку, я знаю, что у меня 85C, и что бы я ни заказала от компании Faberlic, у меня всегда 85C идеально садится и подходит, никаких сюрпризов нет. 80 полиамид, 20 эластан, артикул 504, 334. Далее заказала зеркал, что-то как-то куда-то то в номере забуду, то еще что-то. Честно сказать, зеркала на исходе. Мне очень нравятся такие зеркала, на всякий случай с собой брать, потому что обычно в номерах бывает темно. С одной стороны увеличивает, а с другой стороны обычное зеркало. В номерах бывает темно и, конечно, вот так вот сесть накраситься спокойненько, это очень-очень важно. И прямо вот эту пленочку я ее не выкидываю, я прямо в этой пленочке его и вожу. Мне нравится щелкунчик, сейчас меня заест. Это у нас зеркало идет 90-65, я не знаю, сколько я уже таких перезаказывала, очень удобно. Далее у меня мой визажист заказала тени, мне они очень понравились, артикул 57-39, вот такие вот классные, поэтому я их открывать не буду, но я очень много с ними раз делала макияж и обзоры, это абсолютно матовые тени с очень шикарными цветами. Эти тени у нас идут 57-38, розовый нюд такой, а вот эти коричневые такие нюдовые у нас с вами получается 57-39. Что про них хочется сказать? Они подходят и для глаз, и для бровей одинаково. Вообще шикарные. Шикарные, клевые. Очень такие теплые есть, оттеночки и холодные. В общем, мне очень нравится. Ну и опять-таки кошельки 70% скидкой для VIP-ов. В поездке я израсходовала такие штуки. И не помню, куда же я делала упаковочку. Это очень классная штука лично для меня, особенно на мероприятия. Во-первых, легкая, много места не занимает. Во-вторых, не один десяток девчонок он спас. Это у нас идут матирующие салфетки для лица с зеленым чаем. Вот если вы идете куда-то на мероприятие, неважно, какая у вас кожа, бывают такие вот моменты, так вот тут вот, бывают такие моменты, когда мы просто становимся блестю.
лучиками. Мы берем вот эту вот салфеточку и прямо поверх макияжа ее выкладываем. Вот так вот примакиваем. Не протираем, чтобы стереть тональный крем, а именно что вот примакиваем. Салфетка полностью забирает на себя весь жир. Причем не только жир она убирает, она еще идет с какими-то ухаживающими свойствами. Но тут все по-английски. Надо было на сайте, конечно, почитать. Мгновенно удаляет блеск с поверхности кожи, оставляя ее свежей и чистой. Подходит для всех типов кожи. Вообще, в принципе, шикарно, особенно перед фотосессией, убрать вот этот вот блеск. Это просто невообразимое удовольствие. Артикула на ней я тоже что-то не нахожу. Ни тут, ни тут. Но сейчас вот тут сбоку выйдет артикул для вас. Далее масочка для сна. Подарю своей дочке, потому что она все время берет мою. Очень удобно, кстати, ею пользоваться не только во время сна, но и на массаж. Когда переворачиваешься вверх животом, делаешь массаж именно там на живот, на верхнюю поверхность бедер, то очень ярко светит свет в глаза. Я делаю массаж на дому, мы купили кушетку. Массажист нужен свет, потому что он нам делает лимфодренажный, не расслабляющий массаж. И я вот эту масочку одела, и все, я кайфую. Прям бесподобная штукенция, которая действительно очень удобна. Так, у нее, значит, идет артикул 155. Вот она, обычная атласная маска. Не давит, не спадывает. Вообще шикарно, просто шикарно. Далее, заказала я себе пару палет, потому что одну палету я раскрошила, а вторую, ай да ладно, за однаки. Вот, обычно вот этот цвет у меня в дороге раскрашивается, особенно если я косметичку беру с собой такую большую, она у меня в дорожную сумочку в ручную кладь не влазит, и в аэропортах очень много бьют сейчас сумок. Значит, 63-35, такой вот холодный, классный тон, 63-35, и так, вот это у нас что? А, вот это такой, видите, теплый тон с артикулом 63-34. Обе нравятся, пользуюсь из года в год. Удобно. У нас есть еще такая вот, как вам даже сказать, мелкая. Я ее тоже заказала тут недавно, потому что предыдущая уже поизносилась. Просто на новую перезаказать. Она мне, конечно, нравится, но там вот этот цвет рыжит, во-первых, самый темный. И она отлично смотрится, но иногда хочется перемешать. Во-вторых, там очень неудобно вот кисточкой, да, что-то набираешь, обязательно что-то зацепишь. Слишком мало места для кисточки. А вот эти прям для меня лично идеальны. Тепло и холод. Какую хочется, такую выбираем. Под какое платье, под какой макияж. Далее пришла такая вот новинка. Не увидела отличия с предыдущими патчами для живота. Скорее всего, так, тут их 3 штуки. Открытые хранятся 6 месяцев. Артикул 13.39. Спустя 6-8 часов удалите патч. В течение года можно делать 2-3 курса. Прижмите патч пальцами на 3-5 секунд. По возможности не двигайтесь 2-3 минуты для лучшего прикрепления. Артикул 13.39. Я где-то какого-то блогера смотрела, и она сказала, что если есть проблемы по-женски, вы знаете, что они есть, то эти патчи нельзя. Но я так и не поняла. Вот, например, если животик реально большой, то эти патчи, они же не действуют на всю глубину. Вот исправьте меня, если меня смотрят люди. Вот пуп, вы можете так наклеивать, а можете, видите, кверху наклеить. Вот на вторую грудь, как говорит массажист. Поэтому, мне кажется, тут каждый сам решает. Знаете почему? Потому что, смотря, мне кажется, какой слой. Слой сальца какой на человеке. Не очень тактично выразилась, но зато понятно. Мой живот, они, кстати, перекрывают целиком. Даже чуть-чуть не хватает. Ну, кому-то даже лишка может быть. Смотря какой размер. Заказала я вот такой себе второй раз средство. Абсолютно новое вскрывать не буду, а покажу вам предыдущее. Это абсолютная новинка. Если кто-то пропустил видео с новинкой, то, наверное, не помню, что вот такая штучка классная у нас с вами вышла. Мне она до такой степени понравилась, что я прям не могу. Я вот таким образом за кутикулкой поухаживала, особенно после маникюра. И вы знаете, я очень довольна результатом, мне очень-очень понравилось. Также мне понравилось ухаживать за кожей локтей. Запах у нее такой, знаете, обычный такой ореховый какой-то, какими-то орешками немножко пахнет. Вообще запаха нет абсолютно никакого. И вот это очень-очень даже приятненько так. Поэтому взяла с удовольствием, буду за собой следить, ухаживать. А вторую я взяла чисто в запаснички. Обычно хороший продукт, вот который особенно мне нравится. Его, наверное, оценивают все. И в итоге вот 77.13. И в итоге получается, его потом долго нет наличия. А у меня просят, ой, Аня, продай, дай там еще что-то. И я вот взяла одну в запаснички. Уверена, что она у меня уйдет. Я даже моргнуть не успею. Патчи 70% скидкой, как обычно, 0,946. Коктейли 70% скидкой. Вот я директор, я нормально, хорошо зарабатываю. Я получаю даже назад 23% объемную скидку за свой заказ. То есть, допустим, сделаю я на 120 баллов, я еще 23% за 100 баллов получаю назад, больше 1000 рублей.
И вот все равно дарят, задаривают мои любимые коктейли. 15-651 у нас как раз марафон по управлению весом пошел. И 15-654. Клубничка и шоколад. Очень мне нравится. Прям от них балдю. От вкуса, от качества. Шейкеры очень удобные. Все здорово. Так, далее. Спонжи косметические 910-243. Я уже рассказывала в предыдущих роликах, что я их не люблю особо стирать. Я ими просто попользуюсь там 2-3 недели. И просто выкидываю. Мне не хочется стирать, заморачиваться, все такое прочее. Иногда, конечно, бывает, что я могу там их в стиральную машину кинуть. Но это ж надо с чем-то таким, что не требует бальзам. Далее, вот этих штук я заказала очень мега много. Вот этих 2, вот этих 5 штучек начали заканчиваться. Витамин С плюс цинк тоже очень много взяла. Штук, наверное, 20. Штук 20, вот того и этого. Ну, кто в моей распаковке смотрит видео? Почему? Почему? Родителям опять-таки. Витамин С плюс цинк вообще можно пожизненно пить. Артикул 157-89. Секреты Востока — это черный тмин и кистальхинди, экстракт хельбы. Артикул 157-10. Далее, омега-3 с глицином. Прошлый раз была розовая, в этот раз почему-то желтая пришла. Я так удивилась. Омегу-3 с глицином, но аромат какой-то дыньки очень приятный. Моя дочка ее с удовольствием начала пить. Ну, я прям в восторге. 157-80. Глицин нам врач хотела прописать отдельно. Я ей говорю, нет, я не буду заказывать, потому что мы пьем омегу с глицином. Далее, коэнзим Q10. Энергетика на клеточном уровне. От него зависит срок жизни клетки, то есть срок жизни работы, сердца и так далее. 157-23. Особенно людям в возрасте его надо пить обязательно. Антипаразит комплекс 157-63. И кальциум К2. Это у нас 157-61 артикул. Тоже решили пропить. В прошлый раз не показали. Меня наругали. Сейчас компания очень много выходит вот таким образом. Вы эту капсулку можете как в виде порошочка скушать, а можете эту капсулку в принципе целиком глотать. Я глотаю целиком. Вот, допустим, антипаразитный наш комплекс, он выглядит таким вот образом. Вот такая вот штукенция. Ну, сейчас вот именно так, в принципе, и начали выпускать. Раньше гнались за красотой, сейчас гонятся за здоровьем. И это очень-очень приятно. Значит, что у нас тут идет? Экстракт черного ореха, экстракт цветов пижмы, экстракт семян тыквы, гвоздичное дерево, экстракт золототысячника, экстракт травы тимьяна. Ну, в общем, таким образом. Далее. Активный моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. Решила я пройти массаж, пусть мне все подтянется. Причем массаж я уже третий раз начинаю, 3 раза делаю и забрасываю. То я в Казахстан уехала, потом в Москву, потом опять в Москву. Вот массажист говорит, Аня, мы с тобой курс 10 раз пройти не можем, потому что нету такого, чтобы ты была 10 дней дома. Как бы не было смешно, не могу сделать массаж. Но заказала вот таких вот 10 штучек кремчиков для себя, для мужа. Муж на массаж ходит, он сейчас активно участвует в марафоне управления весом. Артикул 12-38. Это гель именно с охлаждающим эффектом, потому что с термоэффектом я не могу вынести. Мне просто больно. Я не могу термоэффект вытерпеть. Это подтягивающий кремчик. Ну, как вы видите, понравился 25.06. Я его 5 штучек заказала. Сюда просто один поставила. По одному шприцу заказала, во-первых, гиалуроник, корректор глубоких морщин. Артикул 30.71. Это такой вот наипрекраснейший шприц. У меня, кстати, эти шприцы, я их не сдаю на возврат. Ну, в смысле, возврат пустышек. Я, опять-таки, отдаю их дочке. Она там с куклами водится. Такой вот небольшой кремушка. Очень такой слизенький, очень быстро впитывается, не скатывается, конечно, если весь шприц на себя не выльете. И очень хорошо борется с морщинками. То, что тут написано, в принципе, это все правда. Мне понравилось. Вы его наносите, он разглаживает глубокие морщины, увлажняет кожу, возвращает тонус, улучшает цвет лица. И через 6 часов кожа максимальная эффективность выдает. В течение 6 часов от этих шприцов кожа все больше выравнивается, выравнивается. А вот с этим, ребята, вот с этим набором произошло чудо, реальное чудо. Вот этот набор мне достался за 200 рублей. Я вам серьезно говорю, 200 рублей. Знаете, да, что у нас есть комплимент BSIM, и он вот так срабатывает. Вот так шикарно он срабатывает, что я в прошлом каталоге заказала много витамин папе, себе и так далее. Именно К2-Д3 я заказываю BSI. И из-за того, что много заказано, я еще заказала витамины и сильный иммунитет, они идут как омега-3, но плюс ко всему идет с эхиноцеей. Эхиноцея, она тоже очень полезная. И поэтому я заказала себе и родителям
И у меня получилось вот столько подарков за счет того, что я заказала. И вот комплимент VSC сработал. До этого, да, помните, я вам хвасталась, что мне пришло нижнее белье в подарок. Два очень классных бюстгальтера. Ну, я их просто забрала, иначе оно же, ну, сгорит. Не знаю, кстати, сколько каталогов эта скидка держится, поэтому я сразу забираю. И вот сейчас у меня, из-за того, что я назаказывала опять-таки VSC, еще, по-моему, 600 рублей висит на счете. Их тоже нужно в этом каталоге забирать, плюс 100 с лишним купонов. Вы представляете? Вот добро, оно возвращается. Я купила родителям, получается, витамин себе, детям, родителям, мужу, своей любимой дорогой семье. И мне за это еще и денежка пришла. Еще и вот такой набор кремов я приобрела всего за 200 рублей. Это у нас идет омолаживающий ночной крем для лица. У него очень неприятный аромат, но это самое, что ни на есть, дорогая на данный момент косметика на нашем сайте Faberlic. Это самая дорогая. Одна баночка стоит 1110 рублей по моей 26% скидке. На минуточку. Вот. И я помню, как мама с него преобразилась, свекровь. И поэтому заказать его себе для меня еще и практически бесплатно для меня была огромная честь. Итак, значит, омолаживающий ночной крем для лица 1407 артикул. Далее, омолаживающая сыворотка для контура глаз. Тут идут в составе запатентованные морские компоненты, которые способствуют глубокому антивозрастному эффекту. Шикарно. Так, далее, омолаживающий дневной крем для лица. Благодаря синергии запатентованных морских компонентов, дневной крем обладает превосходным антивозрастным эффектом. Ну что ж, будем думать. Вот, два омолаживающих дневных крема для лица получается. И вот это у нас идет BB-крем для лица. Вот это очень интересно, что это за BB-крем. Давайте будем вскрывать. Ну как запаковали, ну как запаковали. Вот. Вот интересно, что за BB, потому что ни разу не пробовала. Так, ну тут, конечно же, как у всей дорогой косметики, шикарное оформление. Такой флакончик, который хочется вот поставить и уже любоваться. Так, что же ты за BB? История одного увлечения. Лаборатория BSC. Как наносить кремы, тут все. То есть, и вот тут вот есть и мицеллярный, и очищающий гель, увлажняющий лосьон, сыворотка для контура глаз. Так, BB-крем. Вот он. Адаптируется к любому тону кожи. Оба-на, ребята. Он еще и адаптируется к любому тону кожи. Давайте пробовать. Только еще впервые им пользуюсь, поэтому не подскажу. Так, все, нам сказали, хватит. Так, вот такой вот кремушка. Ну, запах у него, конечно, не особо такой приятный. Улучшает цвет лица, маскирует морщинки и несовершенства, адаптируется к любому тону кожи. Наносить утром на очищенную кожу. Ну, посмотрим. Вроде бы как обычный крем. Не вижу, что он во что-то превращается. Так, давайте еще посмотрим. Встряхнем, потому что он на боку лежал, скорее всего. А вот. Ну, вроде бы как обычный он. Ничего такого не вижу. Крема для век, да, к сожалению, нету. Потому что я нечаянно кликнула на два дневных, думала, какой взять. Впитывается вообще мгновенно. Руки, правда, выправил. Ну, в общем, расскажу вам. Дорогущая, конечно, линеечка. А, я думала, он магнитный еще, что ли. 50 мл идет. Ну, в общем, посмотрим. Честно скажу, с кремами я захламилась. Кто там распространяет слухи по Ютубу, что у Кононовой целый склад, верьте. Мне подарили гиалуронику, я это заказала, еще по купонам заказала две серии, еще жду новинки от компании Faberlic, там тоже есть кремы в составе, но я не могла новинки не попробовать, поэтому да, захламилась. Мне сейчас на полгода кремов точно хватит. Так, мое любимое мыло, вот вроде есть у меня мыло, но вот без этого не могу. Артикул 1703, очень-очень его полюбила, это жидкое мыло, арома магия, оно идет 350 мл, не дешевое, но уж очень приятная упаковочка, как вы видите, прям обожаю ее. Тоже от BSC. У меня в BSC есть любимые продукты, как вы видите. И, конечно же, вот такое вот универсальное моющее средство 8002. Первый раз его дублирую. Объем у него 500 мл. Он безопасен для людей окружающей среды, подходит для очищения любых поверхностей, легко смывается водой, оставляя после себя блестящую поверхность. Без разводов, обеспечивает максимальную чистоту. В составе растительный глицерин и экстракт лимона позволяют использовать средство без перчаток. Сохраняют и увлажняют, делают кожу эластичной. Нифига себе. Также в составе идет экстракт мелиссы, зеленый чай и обладает антибактериальными свойствами и защиты. Так, ну давайте посмотрим, что это за штучка. Давайте сюда вот на эту бумажку капнем. Такой вот прозрачный густоватый гель, как вы видите. Угу.
Видите, еле-еле-еле течет. Ну да. И запаха у него, ну, практически нет, как такового. Так, по акции были парфюмерные воды. Так как я все свои парфюмерные воды раздарила, то, к сожалению, у меня все закончилось. Или, к счастью, у нас было мероприятие на 100 с лишним человек. Я прям для тех, кто классно участвовал в конкурсах, подарила много чего. Итак, сначала, конечно же, я заказала свои любимые ароматы. 8005 и 8006 – это сложные парфюмерные композиции для натурального освежения воздуха в доме. Это очень мне нравится. И побежали, поехали. Итак, первая парфюмерная водичка – это мужская водичка Lancelot. Чем она мне запомнилась? Сладкий аромат, такой, знаете, свежесть, сладкая свежесть, которая меня не оттолкнула вообще. Он крутой, мне понравился. 32-46. Vendée Aventures – это уже классика. Это классика, свежесть, легкость, когда такое вот настроение. 32-32 артикул. Угу. Так, Uma Felice. Парфюмерная композиция. Туалетная вода для мужчин. Все воды идут 35 мл. Артикул 32-28. Цитрус. Классный цитрус. Далее. Эту парфюмерную воду я не смогла удержаться и распаковала. Очень вкусная, клевая, классная, легкая. Это вот такой, знаете, сладкий морской бриз. Довольно-таки не слабый аромат. Очень понравилось. Всем рекомендую, кто любит легкость и невесомость. То есть это вот она. Феерик Эссенциэль – это пудровый, сладкий, приятный аромат. 30-17, но не тяжелый. Она не тяжелая. Пудровая, но не тяжелая. Вот это вот красная Рената. Пользуюсь ей очень редко, но так как она была со скидкой, я ее, конечно же, схватила, взяла. Это такой тяжеловатый, уже женщины, взрослый такой аромат. Сладкий, без доли свежинки. Так, Каори. Игристая такая водичка, 30-18, веселая, я бы сказала, легкая, нежная, женская, но цветочная и свежая. То есть такой, знаете, аромат такой вот девчонки-девчонки, да, у которой такое вот прям хорошее настроение. Это тоже сложная, для меня лично сложная водица, которой я изредка пользуюсь. Это очень оригинальный аромат, 33-31, я не знаю, как его описать, его нужно почувствовать на себе. А, это все 30 мл, да, мини-версии. Ну, мне все приятны, поэтому я все тыкнула в заказ, потому что закрытой воды у меня вообще нет. Мало ли кому-то что-то на подарки, я уже знаю. Далее вложили мне открытку Faberlic. Все будет Faberlic. Шикарно, просто шикарно. Я очень люблю, когда какие-то такие вот маленькие сюрпризики вкладывают. Заказала несколько обновляющих масок Возрождения, потому что в поездках каждый день по маске, каждый день по патчам. Сначала Казахстан, потом Москва, до этого была Абхазия. В общем, все маски кончились. 2070. Прокладки с очень хорошей скидкой были. В разделе «Твои персональные акции» – это раздел для всех консультантов, неважно в каком вы статусе и неважно VIP вы или не VIP. Поэтому ежедневки 20 штучек 112,88, ночные 7 штучек 112,95, они такие удлиненные, и обычные дневные на критические дни 10 штук 112,89. Очень их люблю, пользуемся вдвоем с дочкой, поэтому взяла много. Шелковистые гольфы, две пары, вот прям перешла на гольфы, потому что мне никуда удобнее. 85 полиамид, 15 эластан, нормальные, крепкие, клевые, классные, но иногда просто оставляю в номере, там после, например, двух дней носки, просто могу оставить в номере, даже их не стирать. Артикул 8412. Ну, то есть две пачки, но на самом деле тут четыре пары. Тут две пары и тут две пары. Не просто две гольфинки на левую и на правую ногу, а две на левую и две на правую. Дальше вскрыла малофтилин, заказала в запасничке, потому что еще дочка им пользуется. 70-912. Вот иногда хочется 10 штук взять и забыть уже, а то в каждом обзоре он у меня. Далее аромабальзам 17-01. Бальзам первая помощь. Очень классный, очень суперский. Прям обожаю его. Это аптечка. Спрей антиперспирант. Эффект до 3 дней. Мужу заказала 26-79. Ну, знаете, обычный спрей. Классно, действительно очень хорошо справляется. Санитайзер, пока в поездках мы его тратим, потом таки мы его покупаем, опять-таки, да, круговорот санитайзеров в природе. 17.02 артикул. Ну, сейчас мы 3 недели никуда не едем, и вот у меня есть 2 штуки в запасниках, это будет третий, но дочка тоже пользуется, но другими санитайзерами. Далее, зубная паста. Отбеливающая зубная паста для укрепления десен с гранулами от BSC. Тоже она нам безумно понравилась тем, что тут есть вот эта вот крышечка. Сначала мы откручиваем. Тут защитка, конечно же. Сейчас вот эти вот требования с этими защитками. Вот в ванной сырыми руками их очень сложно убирать, что они тут прям пришпандорены. Еще пленочка какая-то сверху. Ну, вот такая вот она.
прикольная, с гранулами реально идет, хорошенькая. И то, что крышка, ну, меньше засыхает. И зубная паста, их я просто взяла, по-моему, штук 5, если я не ошибаюсь, артикул 51.12, детская нашему ребенку Викемку. Пусть нам 9 лет, но мы любим вкусные пасты, любим их покушать, поэтому я пока взрослой ей не даю. Ну вот, в принципе, и все. С вами была Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и это были мои заказы.